очень. Такой и близко не рядовой матч регулярного чемпионата мы с вами видим. И первое удаление. Первое удаление. Отложенный штраф. СКА забивает первую шайбу. И это делает в красивом стиле Илья Ковальчук. Забрасывает Илья Ковальчук свою шестую шайбу в этом чемпионате. И тут уже, конечно, был бессилен что-либо сделать Сергей Гайдученко. Смотрим и наслаждаемся. Вогнал, вогнал прямо над плечом Гайдученко Ковальчук. Владимир Тарасенко в ассистентах. Очередной вал. И Ковальчук каков, а? Капитан повел команду за собой. И СКА повел 1-0.